Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 4 июля, погода жарит, и сегодня мы с вами посмотрим на состояние томатов. Напомню, томаты сортов Линда и Взрыв, а также черри, балконное чудо и снегирек были высажены в открытый грунт в полуживом и поломанном состоянии. А потом их еще накрыл град с перепели на яйцо. Это видео будет в конце ролика. Томаты ожили, листья отросли, приобрели темно-зеленую окраску. Стебли окрепли, черри все в цвету, один томат сорта Взрыв начинает распускаться. По всем канонам это поздно, в это время уже должны висеть маленькие томатики. Но учитывая три фактора, дубовый май, поломка при перевозке и обстрел градом, считаю этот результат очень неплохим. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждый вторник и пятницу в 20:00. По вторникам, а иногда и по пятницам у нас кукуруза, а по пятницам все остальное. Всем пока и удачи!